хорошая новость. Нас отпустили пораньше на целую пару. У нас была одна пара, и сейчас я даже успеваю съездить за кое-чем. Интрига, как обычно, держу интригу. В общем, сейчас обо всем узнаете. Потолстела за весь день. Я выходила из дома, у меня не было в сумке практически ничего. Сейчас я купила там немножко того, немножко этого. Купила себе воды, бутылку, купила себе блокнот, что я там еще себе купила. Ну и все, и теперь здрасте, приехали. Некая предыстория. У нас в универе есть такое понятие, как окно. Это свободное время между парами. И вот сегодня у нас просто гигантское окно, там часа, по-моему, часов 5 где-то. И, в общем, поэтому, дабы сэкономить время, я в это время работаю. Но так как до Кудрова ехать мне просто нереально далеко, нереально много времени, приходится снимать место, снимать помещение на это время. Поэтому вот такой лайфхак. Можно было бы, конечно, попробовать в каком-нибудь коворкинге, но в коворкинге, как правило, очень много народу и, как правило, мест почти нет. Снова в универ. Кстати, что хорошо, что просто прекрасно, и тьфу-тьфу-тьфу не сглазить, что вот это место, оно реально прям рядом с универом, ну как рядом, одна станция на метро, ну да, рядом, по сравнению со всеми остальными местами, поэтому, ну вот, еще один такой факт. На телефоне 3%, как говорится, если у тебя 3% на телефоне, значит день удался. Я надеюсь, я доживу с 3%. Я ведь даже не взяла пауэрбанк. Ну что, ребятушки, час ночи, я уже просто никакая. Спасибо всем, кто досмотрел эту скучнятину до конца. Подписывайтесь, чтобы следить за новостями на канале. Не забывайте отмечаться в комментариях, какие пожелания, что лучше, что не лучше, что хотели бы увидеть, попробовать, поэкспериментировать с чем. Оставляйте отзывы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.